Ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко требовали в Варшаве участники акции в поддержку оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Оба были задержаны в Минске, где приземлился самолет Ryanair, на борту которого находилась пара. ЕС обвиняет Лукашенко в принудительной посадке лайнера под выдуманным предлогом с целью арестовать Протасевича. За эту свободу слова мой сын и София, и также остальные политзаключенные находятся за стенками тюрем. Я требую одуматься гражданина Лукашенко. Мне не стыдно. Я прошу все страны Европейского Союза. Я прошу Америку. Я прошу все мировое сообщество оказать нам помощь. «Свободу Родине! Да здравствует Беларусь! Лукашенко, уходи!» – скандировали белорусские активисты, собравшиеся на акцию протеста в украинской столице. В манифестации приняли участие десятки людей. У нас нет больше возможности проводить провокации дома, поэтому многие люди решили, что стоит привлекать внимание остальных стран к этой проблеме, чтобы остальные страны не забывали о том, что мы все живем на одной планете, все живем в одной Европе. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя инцидент с самолетом Ryanair в Минске, сказал, что принимаемых для расследования мер на данный момент более чем достаточно. Дипломат также добавил, говорить с самого начала, что это принудительная посадка, осуждать ее, вводить санкции без всякого расследования, такое поведение абсолютно безответственно. В пятницу на переговорах в Сочи белорусский президент Александр Лукашенко проинформировал главу российского государства Владимира Путина о том, что произошло с самолетом. В субботу пресс-секретарь Путина заявил, что с точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства.